Алиса, ты со мной? Она даже передо мной. Пойдем, пойдем. У нас забавная картинка. У нас в пруду вывелись лягушки, как я понимаю, судя по Максу. Макс вот уже на протяжении 2 или 3 часов занимается вот этим. Камни большие, а между ними маленькие-маленькие лягушки. Они пахнут так же, как и большие, но достать их не представляется никакой возможности. Вот. И у Макса есть теперь развлекуха на последний месяц лета. Вот он тут уже 3 часа пытается. Что такое, Макс? Это очень серьезная тема. Ты же взрослый парень. Уже, можно сказать, дедушка. Эй. Нет. Не действует. Ну, заодно когти поточишь, я не знаю, сточишь. Эй, у тебя гипноз? Очень занят. Алиса, Алиса! 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 Куда ты убежала? А, вот ты. Пойдем за блином. Пошли. Для тебя у меня блин. Это веник, который ест Алиса по утрам. Новая разлепуха. Еп. Та-да. Так, ну-ка нет. Куда, куда, куда ты залезла? Пошли. Пойдем, пойдем. Давай, выходи. За блин. Нет, на кухне больше блинов. Эй, ну это наглость уже. Алиса. Пошли. Вот блин. Да, у меня блин. Мне так кажется, разговор такой, блин, не интересен, давай мясо. Если бы было бы мясо. Пойдешь? Пойдем, пойдем. Так, там много блин. Сейчас блин отдам Максу. Если он, конечно, пойдет за блином. Ну что ты там? Девица, в окно смотришь. Может, все-таки пойдем? Нет. Ничего себе. Пошли, пошли, пошли. А тут у меня есть мясо. Немного, правда, но есть. Пойдем? Вот так мы договариваемся. Но блин все равно съешь. Пошли. Пойдем? Давай, вперед, вперед, Алиса. Да. Пойдем туда. К миске. Да, 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 да. Молодец. Во. А то все. Эй, а блин. А тем временем Макс. Макс, иди блин съешь. Ага. Да. Я не понимаю, когда я его зову так, не идет. Как у меня в руках блин. Эй, ты где спрятался? На. На, 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 на. Белый. Давай. Молодец. На, тебе еще один кусок. На.
Я так понимаю, блин понравился. О, молодцы. Ну тогда я пошел вам завтрак готовить. Итак, сегодня видео про лису не будет, так как Алиса у нас наказана. Вон там лежит, бухтит. Весь день сегодня будет в вольере. Не выпущу. Накопала тут кучу всего. С этой стороны, самое главное, когда умудрилась вчера вечером, что ли, еще и тут два подкопа сделала. Засыпаешь, засыпаешь, а она вон. Да, ты наказана, девочка. Значит, из-за чего она наказана? Ну, как всегда, то скрипишь. Утром я ей принес еду. Теперь еду ношу в клетку. Начал выкладывать эту еду. Курицу. И она меня цапнула. Вцепилась в руку, вот видите. Вот. И да-да-да. Но потом сразу поняла, что явно что-то сделала не так. Убежала. А после того, как ну, то есть я ее нашел, она сразу ретировалась в клетку. Ну, вот вольер. Потому что вольер — это ее территория. Туда как бы ходить нельзя, если она не разрешает. И все, она теперь сидит и... Как бы она должна понять, что нельзя себя так вести. Вот, что за это будет наказание. Да, да, да. И теперь вот бухтит на всех. Что, не очень-то и хотелось? Да, 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 да. Вот, так что все. Выпущу только завтра утром. Но, соответственно, я тоже в вольер не захожу. Потому что это ее территория. Ее территорию надо уважать. Вот такая вот история. Дневная композиция. Кто чем занимается? Ну, Алиса, конечно. Самое главное. Высоко сижу, далеко гляжу. Эй, рыжая, может в баню? Чего скрипишь? Ой. Кусаться будешь? Конечно, будешь. О, за лапку так поглажу. Самое главное — знать, где погладить, чтоб не укусила. Нравится против шерсти. Давай, давай. А, вот теперь все, да. Ругается на всех. Ну ладно, подайся.